Я всех приветствую на своем канале Unifam with Unifam, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось показать свое пополнение в коллекции своей бижутерии. Это, по-моему, я покупала бижу Бригит, или Бригит, как это произносит, тоже на скидках, на длинной цепочке, но я сейчас покажу. Не знаю, но мне напоминает некий такой вот индийский стиль, это буйство красок, и это просто волшебно смотрится на черной одежде. Сейчас я приближу. Хочу вам показать вот такую вот подвеску. Это из магазина Primark, она в городе есть, представлена даже в нескольких местах. Я на скидках вот купила такое колье, очень красиво. Мне что понравилось, это в этой подвеске это такой вот цветок, очень красивый, нежный. Вот видите, это белая такая эмаль. Потом здесь еще есть вот такая вот птичка. Сами цепочки, которые свисают, и несколько шариков перламутра. Один серого цвета, один более желтый, здесь розовый. И здесь вот такой вот шарик, некое напоминающий такой диско шарик, да, то есть он с такими вот камушками. Все это свисает на вот такой длинной цепочке. Ее тоже можно длину урегулировать, делать длиннее или короче. В общем-то, вот такая вот подвеска. Я еще весной, когда у нас просто очень долгая была зима, весна была календарная, но, к сожалению, у нас был холод собачий, и очень долго к нам весна не шла, и я просто, не знаю, мне надо было осуществить какие-то покупки, поэтому я помню, тогда еще купила бижутерию вот в неком таком ожидании весны. Что же я там купила? Я купила вот такой вот чарм в виде бантика. Это эмаль бежевого цвета и посередине вот такой вот камушек. Все я купила у фирмы Перегрин. И я обычно его вешу на свой серебряный браслетик. И вот так вот это мило смотрится на самом браслете. Очень мне нравится, можно и на цепочку повесить, но я обычно вот ношу на браслете. Превосходно. Затем я осуществила, в общем-то, покупку набора. То есть у меня идет колье, браслет и сережки. И все это такие вот милые бежевые цветочки. Вот это вот само колье, тоже от фирмы Пилигрим. Очень красиво и качественно сделано. Здесь тоже это эмаль бежевого цвета, посередине камушки розового цвета. И здесь тоже вот мельчайшие камушки. Сейчас я приближусь. На мой взгляд, сделано это очень красиво. Тоже регулируется длина. И здесь вот, как обычно, у них Пилигрим. То есть это сама фирма. Вот такая вот подвеска. Вот как выглядит сам браслетик. Вот сама нежность, это очень-очень красиво. Вот. И сережки. Вот. Что там купила, это тоже такой вот чарм в виде сердечка. Я на самом деле хотела это как-то как брелок носить, повесить на сумку или даже как ключа. Вот, здесь открывается, можно также фотографию сюда поставить. Я вот, видите, еще ничего туда не поставила, но вот такое вот сердечко, оно очень красивое. Вот. И также я купила браслет кожаный с вот такими вот некими заклепками. Потом идут вот такие вот кристаллики, вернее, это как бы бусины с кристалликами, то есть вот видите, они переливаются, и это завязывается в два раза. Давно я хотела такого рода браслет, но я хотела купить хороший, хорошего качества кожаный. И когда я увидела, что все, я покупала, конечно же, со скидкой, как в минимум в 50%, а то и в 70%, смотря какие предметы. И
Вот он, кожаный. Видите, как он? Очень мне нравится. Это можно носить. У меня есть такая вот кожаная косуха, лакированная, с какими-нибудь такими джинсами. То есть такой вот брутальный стиль. И вот такой вот к нему браслет. Очень давно я хотела такого рода браслет и была очень рада увидеть за низкую цену. По-моему, я его купила то ли за 5, то ли за 7 евро. У меня достался. Тоже сделано все очень качественно. Что ж, на этом было все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Заходите обязательно во всевозможные там сети, Instagram, Facebook и так далее и тому подобное. Я везде оставлю ссылку. Ну и, конечно же, смотрите мои видео, предыдущие видео. Я тоже постараюсь оставить всевозможные ссылки. Также, наверное, ссылку на видео предыдущих покупок бижутерии. И говорю вам до следующих встреч. Всем пока!